Андрей Лавров, по собственному признанию, право быть актером отстоял чуть ли не в рукопашной схватке. В семье артиста уготовили медицинскую биографию, тогда как Андрей мечтал о карьере оперного исполнителя, а от спортивной стези отказался сознательно. Но на все воля случая, и сейчас Лавров – звезда сериалов. О личной жизни Андрей не слишком любит распространяться, а первой жене, родившей ему двоих детей, информации нет. Поклонники приписывали артисту роман с коллегой Ольгой Зейгер. Наличию подобных слухов Лавров удивился. На вопрос о семейном статусе отвечал, что в этой сфере необходимо навести порядок, а до тех пор рассказывать что-то преждевременно. В 2018-м супругой Лаврова стала художник-мультипликатор Карина Шамолина. Закончились отношения или продолжаются до сих пор, доподлинно неизвестно. В марте 2021-го Лавров выложил несколько постов в Инстаграме, которые вызвали вопросы у подписчиков. Знаменитость делал прямые эфиры, в которых контактировал со жрицей любви. В другом послании автор обращался к некой Юлии. Поклонники пришли к выводу, что у кумира появились проблемы с психикой. Актер называл себя фанатом здорового образа жизни. В марте 2021-го имя Андрея попало в новостные таблоиды. Появилась информация, что актер задержан в Москве. По данным СМИ, обутый на одну ногу артист напал с ножом на инспектора в АИ. Пострадавшему удалось скрыться в проезжавшей мимо полицейской машине, а Лаврова задержали по обвинению по статье 119 ОК РФ «Угроза убийством». Сейчас актер находится под домашним арестом. В том же году вышла последняя картина с участием Лаврова под названием «Под напряжением». А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.